Это только в творчестве у природы нет плохой погоды, а на практике в Москву в марте заглянула осень. Холодно, пасмурно, дождливо. Также неприветливо поклонников футбольной «Волги» встречает и стюарды стадиона «Авангард», где ульяновской команде играть против местного «Велеса». Один из баннеров получает бан. На трибуны с ним нельзя. Ну, я его сам шил своими руками. А почему не пускают? А потому что в «Атласе» нет. Тем временем «Волга» под суровым взглядом главного тренера Сергея Жукова проводит разминку. Бразильский нападающий Алиф дарит всем партнерам лучезарную улыбку. Ее не в силах скрыть даже капли воды на объективе видеокамеры. Бразилец, правда, еще не знает, что выйдет на замену только в конце матча. А вот администратор «Волги» Альберт Сергеев не сомневается. При нуле градусов и дожде самое ценное на скамейке запасных – это одеяло. Немножечко все равно греется, так что хорошая вещь для запасных. Для журналистов самое ценное в такой день – зонты. Самые прозорливые из них в начале матча отмечают в своих смартфонах. У «Волги» серьезные кадровые проблемы. Дисквалифицированы Гирюгов и Воронин, травмированы Дашаев, Данилкин, Хабибулин и Дмитрий Рахманов. Его брат-близнец Денис впервые за долгое время один в стартовом составе. Бился за него тоже, как и все наши ребята и за других, кого у нас не было сегодня. Бились как одна команда. Кроме того, есть у «Волги» и преданный 12-й игрок. Гостевой сектор «Авангарда» гремит на весь стадион с самых первых секунд матча. Под козырьком крыши бой барабана особенно колоритен. При такой поддержке, хочешь не хочешь, а ноги сами понесут в атаку. В стартовые полчаса «Волга» чуть активнее. Моменты есть у Рахманова и Паскина. На пути их ударов становятся защитники. Чуть позже настает черед выручать «Волгу» голкипер Андрею Климовичу. Белорусский легионер безупречен в трех моментах. Команда, которая бьет за выживание, находится в такой ситуации, что игра идет от ножа. Поэтому, наверное, скорее всего, уверен в этом, что игра шла до гола. Забил, тот и выиграл. Однако никто так и не забил. Хотя скучной вторую половину матча и не назовешь. «Волгу» снова пару раз выручил Климович. А самые реальные шансы вырвать победу для гостей упустили вышедший на замену бразилец Алиф и Валерий Сломаха. В итоге нулевая ничья. Ну, я думаю, мы были поопаснее в некоторых местах. И особенно в концовке. Мы должны были забирать, я думаю, 3 очка. Алиф не попал. Очень старались выиграть, если честно. Потеряв 2 очка, «Волга» осталась на 17-м месте в турнирной таблице. До спасительного 14-го 4 балла. Играть осталось 10 матчей. И первый из них 2 апреля против астраханского «Волгаря» дома в Ульяновске. Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Михаил Сашанский, ОПРАВДА ТВ, из Москвы.